Я очень рад, что вы решили принимать участие в нашем курсе Introduction to Programming, введение в программирование. Меня зовут Бертран Мейер, я профессор программной инженерии в Высшей политехнической школе Швейцарии в Цюрихе, которую тоже знают по немецкому названию ETH. Мы сегодня в этот прекрасный летний вечер находимся на террасе нашей группы кафедры программной инженерии, Chair of Software Engineering в ETH, и вы видите за мной озеро Цюриха и швейцарские горы. Этот курс основан на базе курса, который мы преподаем уже 10 лет здесь в ETH. Это обязательный курс для всех студентов, которые начинают информатику в нашем департаменте информатики в ETH. И курс, который вы сейчас видите, является электронной версией, первой электронной версией этого курса. Курс, электронный курс существует только на английском языке в данный момент. Мы сильно надеемся, что через несколько недель или несколько месяцев будет и русская версия. Я надеюсь, что до тех пор вы сможете принимать участие с помощью английской версии. Вместе с курсом существует книга. На английском языке книга называется «Touch of Class», публикуется изданием Springer, но в этом случае есть и русская версия, называется «Почувствуй класс», и это в переводе профессора Владимира Билига и издатель Intuit, intuit.ru, и я надеюсь, что вы сможете найти книгу и что она вам поможет в течение курса. Это курс введения в программирование, и он начинается совсем с нуля. Мы ничего не полагаем о том, что вы уже знаете о программировании, и если вы никогда не программировали, это не проблема. Конечно, если у вас уже есть опыт программирования, это вам поможет, но это не обязательно. Мы пользуемся самыми новыми техниками и методами программирования, мы пользуемся методом объектно-ориентированного программирования и мы пользуемся языком программирования FL. Вы сможете легко найти на интернете компилятор для языка FL. Вместе с курсом есть разные упражнения, есть разные вопросы, на которые вы должны ответить. И есть тоже возможность пробовать программы с помощью специальной версии компилятора FL, которые мы разработали специально для этого курса и которую вы можете использовать на нашем сайте, на cloud, на облаке. Значит, я надеюсь, что я вам желаю очень много успеха и надеюсь, что этот курс будет и полезен, и успешным.